Вторые шаги Димы. Всем привет, с вами канал Артмания. Вставай, 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 едь, вставай. Вот. Дальше, что-то опять отталкивайся. Господи, как он. Вставай. Вставай. Раз, давай. Раз, два, три. Встал. Раз, два, три. Встал. 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 Вот. Опять оттолкнулся три раза. Раз, два, три. Встал. Вставай. Вставай, Настя, на там. Поехал. Опять давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Встал. Едем, едем. Ножки встал. О, Димка. Какой дым, да? Какой дым? Там что дым? Да. Встал! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай! Вытаскивай тебя сейчас, мама. Ты его вытащи просто. Камешком ты не проедешь. Слезь. Слезь. Вот так, провези его просто. Вот. Вот. А теперь можешь катиться. Давай. Раз. Встал. Подожди, не торопись. Ножку поставил. Три раза оттолкнулся и потом эту ножку вот сюда поставил. Понял? Давай, три раза. Три. Поставил ножку. Поставил ножку. Молодец. Опять. Снова пришли на футбольное поле. Такое, смотрите, огромное. Красиво уже, кстати, с вами здесь были. А вот и Дима шагает. Здесь хоть ребенка не страшно отпускать, что он рванет куда-нибудь. Спокойно можно сидеть. Самокат. Что-то не особо ребенку нравится. Привыкнет, наверное, потом со временем. Там они с бабой гуляют.
Он запомнил, что там можно зайти туда. Что тебе мама дала? Что тебе мама дала? Ну-ка покажи. Покажи. Какие-то штучки. И тут они вот такие вот штучки. Какое-то дерево непонятное. Это вспоминаю, как называется, но не помню. Их очень много, кстати. Мы дома. Ну, Дима уже поспал. Сделала, смотрите, цикорий и забыла про него. Он у меня, короче, с такой вот зефирочкой старенькой. Она засохла очень сильно. Но мне она, кстати, очень понравилась, то, что она там вот внутри. Сейчас ложкой возьму. А вон она, видите, какая? Сейчас переверну. Вот она, с зефиркой. Это классный такой цикорий. Сладенький получается. И моя мороженка. Кстати, на нее был ролик, как мы ее с вами делали. Пойду сейчас монтировать, пить цикорий со своей мороженкой. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Обязательно посмотрите ролик, как я делала мороженку всего лишь из двух ингредиентов. Блин, это так вкусно, вообще бесподобно. Теперь я буду делать свое мороженое. А вы со мной. Я хочу там домой. Кто еще там бегает, Дима? Всем привет, с вами канал Артмания. Дима сейчас встал и говорит, там, говорит, мясо бегает, там курочка бегает, там бутылка бегает. Я вот решила заснять. Еще раз тебя спрашиваю, кто там бегает? Дима. Там куличка бегает. Мне, знаете, просто стало любопытно, где там бегает мясо. Я сразу подумала, блин, надо камеру брать. Лисейка бегает. Ну, вдруг действительно мясо бежит там. Классно на улице. У нас красота, тепло. Эта неделя прям у нас будет, обещает быть теплая, прям до 30 градусов с лишним. Мы с вами, кстати, на этой неделе, да, где-то на этой неделе, прям очень классно погуляем. Где мы с вами только не будем. Так что оставайтесь с нами. Да, Дима? Дима! А Дима помыл голову сегодня? Покажи, какая у тебя. Кудряшки какие стали. Какие кудряшки. Там хотела его сегодня вот тут постричь. У тебя мимисенька. Там нету. Хотела ему сегодня здесь постричь. Он говорит, не надо здесь стричь. Ну ладно. Чуть-чуть я хотела, это, чтобы на шейку тут не падало, да? Я подумала, сейчас голову помою, приподнимется немножечко и будет лучше. Ну, в принципе, так нормально, да? Да, сын? Да. Сын у нас уже кушает очень-очень плохо. Кушать абсолютно ничего не хочет, да? Очень стал плохо кушать. Мне еще писали комментарии. Дима так классно ест. Такой молодец. Все, уже после 3 лет. Это сакин. Он уже не хочет есть ничего. Его накормить прям вообще стало это просто очень-очень-очень сложно. Это, не знаю, это просто невозможно практически. Он бегает. Постоянно носится, носится, носится. Есть вообще не хочет. Сегодня вот он отказался у меня завтракать. Да, сына? Отказался. Хотел макарошки, сделала макарошки, отказался. Съел пару штук, невкусно. Вот сейчас варю ему кашку. Здесь у меня немножко безобразие. Варю кашку. Сейчас вот для Мацони молочко немножко разогрела, буду делать. Идет, а вот он. У меня тут и вишни. Короче, тут всего навально. Я убираюсь, должна приехать скоро свекровь уже. Через пару дней я все тут убираюсь. Все это и пытаюсь ей зелень высушить свою. Что-то я поздно ее заложила, поздно вспомнила там о ней. Там кака живет, вот там. Где там кака живет? Вот, короче, так вот. Усить кака, как.